убийца! Путин убийца! Путин убийца! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Якщо ви раптом думали, що нарост тебе це показали, то ви помиляєтеся. В той час, коли всі світові ЗМІ показували прощання з Навальним, то на російському зомбоящику говорили ось про що. Здравствуйте, дорогі друзі і товариші! В прямому ефірі ваша любима програма «60 минут» о самом главном. Начинаємо з совершенно безумної сенсації. Шеф Пентагона Ллойд Остін заявив, що в случае пораження України НАТО начнет войну против России. Это официальное и публичное заявление, слова, не вырванные из контекста. Остин именно так и сказал, видимо, предлагая России сдаться на Украине сегодня, чтобы на нашу землю не пришли натовские солдаты завтра. Но они нас с вами плохо, конечно, знают. На федеральних каналах ні словечечка не сказали про похорони Навального. Наче й не помітили, що майже вперше за 2 роки повномасштабної війни тисячі росіян влаштували ходу, яка перетворилася на протестну акцію з гаслами «Нет войне». Бояться, навіть після смерті. А хто він був? Ну да, понятно, о покойних. Либо хорошо, либо правду. А правда простая. Он был нацист. Нацист, антисемит, никогда не скрывал своих взглядов. Он был активным членом преступной деятельности, направленной на подрыв конституционного строя и уничтожение нашей страны. Но мы его не судили за терроризм, мы его не судили за измену Родины. Почему, не знаю. Я многократно говорил, то, что делает этот человек, это измена Родины. Он создал тоталитарную секту. Все вот просто очевидно, если вы посмотрите, что там происходит. Это тоталитарная секта, которая промывала мозги несчастным молодым людям. Они сейчас будут бросать плодняк, а это же секта. Они же зомбированы, они не ведают, что творят. Я тобі скажу, Соловйов, що попрощатися з Навальним прийшов не лише молодняк. Незважаючи на шалене залякування влади, тисячі людей різного віку, різних професій зібралися в центрі Москви. Спочатку біля церкви в Мар'їно, а потім на Борисівському кладовищі, де і поховали Навального. Але і їх вже дехто встиг охрестити екстремістами. Він нікому не нужен. От крім там самих близьких родних, він із своїх там друзів, сторонників. Он им не нужен. Все, что происходит вокруг его похорон, вокруг его отпевания, это большой политический флешмоб. Это ужас, это какая-то некрофилия, к этому неудобно, холодно, скользко прикасаться. И люди, которые обычно на такое приходят, они не думают головой. Там даже не думают сердцем, там непонятно вообще, где находится вот этот вот мыслительный процесс, в какой части тела и как все это извергается наружу. Но вот в нынешних условиях там поиграться, засунуть голову в пасть льву, а что там, а как, мы сейчас тут устроим митинг, такое должно жестко подавляться. Ну вот честно скажем, в нынешних условиях все это должно жестко подавляться, потому что мы находимся в состоянии войны, и против нас ведут настоящую войну. У нас спецоперация, а против нас ведут войну, причем еще войну террористическую. Если вы... Ваши близкие, знакомые собираются на похороны Навального, следует учесть, если вы не являетесь родственником Навального, близким, что может быть доказано процессуальным путем, то вы будете участвовать в публичном мероприятии экстремистского характера. Именно так, при всей жесткости формулировки. Лідер екстремістського сообщества. Звісно, що Кремль підготувався до мітингів. Десятки поліцейських машин, комунальна техніка, сотні співробітників МВС та Росгвардії були по всьому району Мар'їно та біля Борисівського цвинтаря. Чергували вони навіть під мостом і на дахах будинків. А по периметру цвинтаря розвісили додаткові камери, які знімали всіх, хто прийшов на похорон. Олексій Навальний заплатив життям, щоб боротися за свободу та демократію. Після його смерті мужні росіяни продовжують його справу. Багато хто з них був сьогодні на похороні і пішов на великий ризик заради свободи.
З кривавим тероризмом можна боротися лише зі зброєю в руках, бо єдина мова, яку розуміє Путін – це сила. Хочеться, щоб це зрозуміли і росіяни, і політики Заходу. Необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии. Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. Захід спровокував конфлікти у низці країн. Це ж очевидна брехня. Бо усі конфлікти спровоковані саме Росією та хворими імперськими амбіціями її вождя. Війна в Грузії, бійня в Сирії, анексія Криму, повномасштабне вторгнення в Україну. Жодна з країн Європи не може почуватися в безпеці, поки в Росії існує путінський режим. Саме тому вони посилюють власні сили оборони, укріплюють кордони та проводять вишколи для солдатів. Не для нападу на Росію, а для захисту власних кордонів і населення. Остін, он отличается более здравым умом, чем Байден, и отдает, видимо, отчет своим словам, но такие заявления, которые он произносит, они же говорят о чем? Что США собираются задействовать пятую статью НАТО, потому что по-другому НАТО, как говорится, в войну не вступает. Но... В отношении страны, которые в НАТО не входят. Логично? Да, но дело в том, что да, мы не воюем со странами НАТО, а наоборот, они ведут против нас прокси-войну. Но для того, чтобы организовать такую войну с нами, нужно к ней подготовиться, да, нужно подготовить ресурсы, подготовить военнослужащих, логистика, деньги, ну, с деньгами у них, наверное, проблем не будет на такую подготовку, но события показывают, что с этим как раз именно с подготовкой все плохо, то есть не могут обеспечить Украину, хромает помощь тому же Израилю, там с хуситами никак не могут разобраться. То есть какие-то противоречия, которые говорят о том, что не готовы. Но это так легкомысленно, да? Ну, это такие заявления на уровне пропаганды. Ну, сказали воевать с НАТО, ну, давайте проанализируем. Здесь у них плохо, там нехорошо. Нет, то есть нет, мы нет. На самом деле планируем воевать с НАТО. Нет, мы не планируем. Нет, Ольга, понимаем, война с НАТО, она такая, ты готов к ней или не готов? Она стремительная. Кстати, и закончена. Кстати, в декабре, когда... была очередная конференция нашего президента, он сказал такую фразу, что Россия готова к войне с НАТО. Это было произнесено. Нет, я вам о том, что в том случае, она если очень быстро закончится, эта война. Конечно. А все вокруг вроде хотят еще чуточку хотя бы. Вы знаете, сейчас в НАТО идет полемика. Полемика идет на то, а насколько готова Россия после окончания СВО к войне с НАТО. И вот эти вот помните, они говорили, 3 года нужно подготовиться, 5 лет подготовиться. А оказывается, это были оценки нашей готовности к нападению на страны НАТО. Это вот так вот. Они выкрутились с той ситуации, когда пугали население Европы, что все, завтра уже война. Росія ні на кого не збирається нападати. Коли на болотах кажуть, що вони не збираються ні на кого нападати, це треба читати навпаки. Усвідомлення того, що за великим рахунком ніхто, крім самих європейців, Європу та Україну не захистить, поступово приходить. Тепер вкрай важливі кроки. Бо, на жаль, від усвідомлення проблеми до прийняття рішень у Європі проходить дуже багато часу. А тут ще й такі, як Шольц, ці рішення, на жаль, гальмують. Шольц, наконец, подтвердил свой отказ от отправки на Украину дальнобойных немецких Таурусов. И объяснил, с чем это связано. Заявил, что при неправильном использовании украинцами Таурусы могут поразить цели даже в Москве. И он не хочет быть причастным к этой страшной ошибке, которая, несомненно, обернется сначала уничтожением Германии, а потом глобальным ядерным взрывом. Запад сегодня, он существует в режиме, помните, был старый сериал, как он назывался, «Крутой пике», там, где пилоты летели, два на самолете, один с усами Болтона, вот, а второй пытался рвать все время, что рвал на себя. Так вот, люди, которые с усами Болтона, это вот министр обороны Остин, сам Трамп, сам Байден, там вот эти все европейские Макроны и так далее, люди, которые с упорством гонят вот эту западную машину на столкновение с Россией, а на самом деле, давайте будем откровенны, не только с Россией, потому что если начнется прямое столкновение с НАТО, я не убежден, что в эту огромную мировую уже бойню не подключатся другие игроки. Более того, сами Соединенные Штаты попытаются в силу своей глупости, как обычно, еще кого-нибудь втянуть. При этом мы наблюдаем и другую реакцию. Это реакция товарища
Шольца, очень правильная, которая с старым коммунистическим приветом, так показывая нам, в танце передает, знаете что, товарищи французы и британцы, давайте-ка вы сами, мы уже ходили, нас каждый раз убивали, а вы каждый раз из Дюнкерка давали стрякача куда-нибудь там, как обычно. Мы не пойдем, спасибо, давайте без нас. И, конечно, такую реакцию, я думаю, тоже сейчас все больше будут и другие европейские государства из себя по капельке выдавливать. Шольц действительно молодец, можно тоже называть кремлевский агент, и сам сказал, не пойду, и друзей своих сдал, всех, и вот эти вот на территории Украины, и вот эти, там же приводят подробности, они не просто наводят на цели в Крыму, именно британцы с помощью скальп помогли нанести удар по Крымскому мосту, это тоже сообщил канцлер Шольц, когда его, казалось бы, спросили про Таурус, просто взял и сдал всех, молодец, приходи за орденом в Кремль. За орденом в Кремль може прийти хіба що бобриїдка Симонян, бо вона чудово відпрацьовує вказівки Кремля. Робить все для того, аби посварити нас із союзниками та зірвати допомогу Україні. Чрезвычайно интересные информации от товарищей в погонах сегодня утром поделилась и главред РТ Маргарита Симонян. К ней в руки попала стенограмма и аудиозапись переговоров немецких высокопоставленных офицеров. Там они обсуждают, как лучше бомбить Крымский мост. Давайте чуть поподробнее. По словам Симонян, запись интереснейшая и длится 40 минут. Офицеры Бундесвера там обсуждают, как так половчее атаковать Крымский мост, чтобы при этом не подставить канцлера Германии Олафа Шольца, который всюду твердит о намерении Берлина не втягиваться в конфликт на Украине. Как рассказала Симонян, обсуждали немцы и методы своих коллег из США и Британии, которые давно и напрямую участвуют в конфликте. Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз? Ответ, как это принято во всех запросах от ваших СМИ, хотелось бы видеть сегодня к обеду, а то мало ли что завтра. Маргарита Симонян, как и обещала, опубликовала вот буквально несколько минут назад те самые записи переговоров офицеров Бундесвера. Там 4 офицера обсуждают, каким образом можно передать 100 ракет «Таурус» вооруженным силам Украины. Но вот в этом разговоре там есть несколько интересных вещей, в том числе, когда вот эти генералы немецкие, обсуждая, как бы им похитрее поставить Украине дальнобойное вооружение, там Таурус упоминается, для атаки по Крымскому мосту и по складам с боеприпасами. И как бы это сделать так, чтобы их не заметили, потому что Шольцу не нравится, а вот американцы с британцами все равно там уже находятся. И, может быть, там еще шел разговор о том, как бы можно ли, не находясь на Украине, дистанционно наводить эти ракеты. Но один из генералов на это сказал: знаете, это все равно будет нашим прямым участием. То есть они понимают, о чем они говорят. И в одном из обменов репликами просто звучит: ну, есть же там ребята в гражданском из Соединенных Штатов. Это прямо было сказано. Поэтому здесь, я уж не знаю, как это назвать, но полностью в пуху лицо наших натовских коллег. Ну, не знаю, как они будут объясняться своим населением. Хочете ви того чи ні, але Керченський міст буде зруйновано. Я нагадаю, що попередні 2 ураження були точно не німецькими Таурусами. То були наші винаходи. Цілі в Криму являются законными с точки для Украины, потому что это не территория России. То есть вот это тоже важный момент. То есть они обсуждают... Дмитрий Витальевич, технический момент. Вот они передают, вроде как, 100 ракет 2 партиями и говорят, что не хватит даже 20 ракет. А чтобы единовременно таким количеством ракет ударить по Крымскому мосту, сколько самолетов они должны в небо поднять? Достаточно одной ракеты по опоре. Чего достаточно? Да вы смеетесь, что ли? Попасть в опору. Да, ну, вы опоры видели Крымского моста? Видел. Так вот, чтобы ее завалить, нужно несколько полуторатонных бомб. А вы еще попадете. Ну, посмотрим. Те, що опубліковані Симонян записи правдиві, немає жодного підтвердження.
Що-що, а фільми на болотах клепати вміють. То есть вы хотите сказать, я что ничего не хочу сказать. Это Андрей Владимирович, что Маргарите подсунули наши разведчики какую-то туфту. Вы знаете, нет, там, сейчас, там... Давайте тогда сразу, стоп, подождите, Антон, сейчас, слово вам вернем. Давайте мы по поводу подлинности. Давайте мы по поводу подлинности поставим точку в споре. Андрей Владимирович вчера обещал нам принести официальную справку, в которой будет перечислено количество германских компаний, закрытых в результате того, что они газ наш. Можно выписал. Вот я специально... Нет, вы сказали, справку, что будет официальная справка. Вот, какая официальная? Я сказал, справка будет. Я не говорю, а кто вам эту справку выдал? Швондер? Я посмотрел отчеты немецких компаний вчера. Каких компаниях? Пожалуйста, БАС. Так. БАС, ну про БАС. Просто в камеру. То есть подождите, Андрей Владимирович, вы человек, который ставите под сомнение информацию, распространяемую службой внешней разведки через главного редактора RT. Говорите, что вот этот листочек — это официальное подтверждение того, что в Германии все прекрасно. Я на формате А4. А где здесь... печати. Ну, хоть бланк редакции какой-то. Вы знаете, что с этой бумажкой можно сделать? Вы можете, да, использовать ее как хотите. Нет, спасибо, да. Я ее вам верну. Я просто говорю, что... Она жесткая. А теперь можно, Андрей Владимирович, вы возьмете рекламную паузу, музыкальную, какую угодно. И помолчите 10 минут. Хорошо, ладно? Я просто выступаю про то, чтобы врать в эфире. Не піддавайтеся ворожій пропаганді. Дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.